Блогер с никнеймом Ликалетта живет в Китае. Она регулярно рассказывает пользователям соцсетей о прожиточном минимуме в Поднебесной и сколько стоит прожить обычный день в Китае. Я покупаю вот такое вот мороженое в стаканчике, оно стоит 4,5 юаня. Это вкус манго, это клубника, это вот грибы. У меня здесь 176 грамм, и я заплатила за это 1 юань 76 копеек, а килограмм стоит 10 юаней. Виноград. Сейчас я заплатила 15,28 за него, здесь почти полкилограмма, а килограмм стоит, соответственно, 32 юаня. Помидоры черри. У меня здесь 272 грамма, килограмм стоит 12 юаней, и я заплатила 3,26. Лимон, рубль 50. Корень лотоса, он мне обошелся в 2,71, это за почти полкилограмма, а килограмм стоит 6 юаней. Все российские соотечественники, живущие за границей, сравнивают условия проживания в разных странах с такими же условиями в России. Большинство из эмигрантов признаются, что часто скучают по России, но новые знания, впечатления и эмоции влекут их за границу. О своей стране они не забывают и часто приезжают домой.